присутствует царское село в лице ее администрации. И я бы сказал, самое главное, в лице Сергея Михайловича Некрасова, директора Пушкинского лицея в Царском селе. И почему? Дело в том, что Олег Константинович был не только одним из лучших учеников этого лицея. И можно даже сказать, что из наследников Романов на тот момент он был самым одаренным. Была учреждена серебряная медаль.